Когалымская федерация инвалидного спорта выиграла грант губернатора Югры. Проект «Вселенная спорта» в маленькой игре направлен на развитие в городе Бочи. Это паралимпийский вид спорта. Игра с мячом на точность, близкая к боулингу. Она предполагает участие игроков с тяжелейшими формами поражения центральной нервной системы и травм позвоночника. Воздействует на физическое развитие и состояние организма. Влияет на настроение и самосознание. Регулярные занятия Бочи развивают ловкость, тонкость, выносливость, координацию движений, а также помогает тактически мыслить. Нетравматично, доступно для каждого в качестве примера здорового образа жизни и проведения досуга. Для того, чтобы познакомиться, пообщаться и обменяться опытом, на площадке комплекса «Югун» встретились команды из Когалыма и Югорска. В этом городе адаптивный вид спорта для инвалидов развивается активно. Жителям культурной столицы Югры гости провели мастер-класс, а хозяева площадки организовали экскурсии. Вы знаете, вот все в голос сказали, мы любим Когалым, мы все любим Когалым. То есть никто ни разу не был из всей нашей команды никогда в Когалыме. Мы очень хотим познакомить когалымчан с игрой боча. Это игра для тех, кто тяжело болен, или ДЦП, или, может, какие-то спинальные травмы. То есть в нее играют даже те люди, которые не могут самостоятельно кушать, разговаривать. То есть очень-очень тяжелые.